Мы даже на фотографиях всегда вместе. Ну и что же? О чем ты это говорит? Я должна понять, кто я, что я могу. Я должна уехать очень далеко. Мы и так уже далеко. Куда же дальше? Петропавловск-Камчатский. Ты же сама мечтала об этом. Нет, не об этом мечтала. Я мечтала быть самостоятельной. А здесь как в Москве. Там учились, здесь тоже учат. Поддерживают. Окружают вниманием. Чем же это плохо? Что? Теплица? Не очень-то я тебя понимаю. Поймешь. Работаю совершенно самостоятельно. Никто не докучает советами и подсказками. И никаких тут опасностей, никаких особенных морозов. Чувствую себя здесь хозяйкой прочно и устойчиво. Скоро буду у вас в Петропавловске. Обнимаю. Свет. Thank you.
Дверь-то когда приладите, товарищ заведующий? Неладно так жить на одной петле. В Петропавловске мне говорили, советуйся с Иваном Степановичем. Он человек опытный, все опытные. Значит, не вы на собаках, а собаки на вас приехали. Подохли, значит. Ну что ж, будем теперь без собак. Не знаю почему. Поехала на дальние конки за пробами. Ага. А чем кормили? Рыбой. Вот этой. А ну-ка. Так. Потравили собаку? Как потравила? Разве ее нельзя есть? Можно. Людям можно, а собакам нельзя. Рыба-то соленая. Ну и что же? Как что? Я хоть не камчатский, а понимаю, что соленой рыбой собак перед дорогой кормить нельзя. И дороговато обходится. А ведь вы ученый сотрудник, пунктом заведуете. В институтах обучались. Меня в институте этому не учили. А вы бы меня спросили. Дескать, Иван Степанович, так, мол, и так. Как, мол, быть? А то все сами да сами. Ну, извините. Теперь ты на медвежьей будешь не одна. Как не одна? Я и так не одна. У меня есть рабочий Иван Степан. А теперь будет еще и заведующий. Заведующий чем? Наблюдательным пунктом отделения Института рыбного хозяйства и океанографии на речке Медвежьей. Временно исполняющий обязанности заведующего пунктом младшей научной сотрудницы Павлющева СП. Стоят дела. Какие дела? Ну, это я шучу. А приказ сама видела. Так что поздравляю. Теперь тебе будет не скучно. Он 3 дня как уехал на Медвежью. Ты что, недовольна? Глупая. Это же чудный парень. Я даже пожалела, что он уезжает. Что с тобой? Ты же сама писала, что там интересные перспективы. Дальше больше. Одному человеку там просто не справиться. Помочь хотя. Как его фамилия? Что? Как фамилия этого зала? А, Потапенко. Испортил ты мне настроение.
Здравствуйте. Вы ведь Павлищева? Здравствуйте. Да, я Павлищева. А вы Потапенко? Потапенко. Извините. Ну что ж, будем работать. Ничего не поделаешь. Хозяйством занимаетесь. Хотите свою практичность показать? Я тут без вас вроде за хозяйку был. Но решил заняться. Двери-то на одной петле висят. Да, висят. Мне как-то некогда было этим заняться. Других дел хватало. Извините, чем это вы полстола загородили? Где? А вот. А, это я приемник привез. Вам мешает? Я сейчас сниму. Да нет, мне он не очень-то мешает. Просто я хотела перекусить с дороги. Голубик на спирту выпить? С удовольствием. За хорошее знакомство как не выпить. Настойка. Вот рыбу закусывайте. Спасибо. А электричество к вашему приемнику у вас есть? Нет, аккумуляторов, к сожалению, нет. Ну, значит, для красоты будет. Ну, зачем же так невесело? Вот обживусь, соберу инструмент, попробую к вашей лампе электрогенератор пристроить. Вот вам и энергия. Простите, пожалуйста, я не очень понимаю, что это такое. Я ведь училась в институте рыбного хозяйства. Вы его тоже окончили? Нет, я в институте не учился. Ясно. Так что же это такое термоэлектрогенератор? А это такой нехитрый прибор, который превращает тепловую энергию в электрическую. Понятно. Будем слушать и Хабаровск, и Москву, и Иркутск, и все, что хотите. Я ведь в армии очень этим увлекался, а здесь, на отдаленной точке... Спать вы, наверное, будете на полу. Я раскладушка. Притащил с собой. Ну вот и ладно. А то на полу холодновато, дует. У вас мои молоток и гвозди? Нет, у меня свои. Но я вам сейчас... Пожалуйста. Вот. Вбейте гвоздь сюда. А теперь привяжите. Большое меня, между прочим, Андреем зовут. Вот и отлично. А меня Светланой.
где ваши собаки? Подохли. Той зимой. А от чего подохли? А их соленые рыбы накормили. Кто накормил? Хозяюшка наша. Заведующая, которая до вас была. Вы у себя будете? А то где? Я к вам зайду потом. Это вы? Да. Подождите немного. Сейчас я оденусь, выйду и покажу вам хозяйство. Кажется, полагается сдать дела. Ничего, ничего, не торопитесь. Я уже все обошел. Спешит Потапенко. Ну ладно, начнется настоящая работа, начнутся обловы, тогда посмотрим. Собирается сметан? Сегодня облов? Да, собираюсь. А в чем дело? Ночью на реке будет прохладно. Оденьтесь потеплее. А это вас не должно тревожить. Видите ли, я когда-то делал обловы еще до службы в армии. А я не отдел кадров. Меня абсолютно не интересует, что вы делали до службы в армии. Зря горячитесь, Светлана. Ой, ну горячусь я, не горячусь, не все ли равно? Ну что вы мне хотели сказать? Ничего, просто я подумал... Может быть, вам не стоит утруждать себя? Я сам наловлю мальков. Нет, мне стоит утруждать себя. Это мой хлеб, моя работа, понятно? Я просто хотел вам помочь. А я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Потом вы перепутаете банки с формалином. Ну хорошо, поплывем вместе. Пойду приготовлю лодку. Валер. Привязывайте. Ма, знаю, что делать. Нечего кричать. Бросайте ловушку. Следите. Вытаскивайте. Ну что вы уставились? Не видели, как мальков ловят?
Занимайтесь, пожалуйста, своим делом. А, черт! Приедешь! Ну, ну! Не командуйте, я не первый день на связи! Что? Что случилось? Ничего. Просто лодка была небрежно привязана. Ловушка была привязана крепче. Потом сорвалась она. Если бы она ударила по лодке, нам бы не сдобровать. Сходите, Светлана. Сходите. Облов еще не окончен. Я управлюсь сам. Это моя непосредственная обязанность. Как вы смеете? Вы не имеете права. В этой речке перевернуться вдвоем, значит, одному утонуть. Сходите. Ну, ладно. Товарищ заведующий. Всего хорошего. Стучит еще. Джентльмена строит. Можно, нет? Ах, это вы. Пожалуйста. А я гляжу, свет горит. Вернулись, стал бы, сову? А где заведующий? Он еще не вернулся. А разве он один пошел? Я видел, вы двое шли к реке. Мы пошли вдвоем. Но я вернулась, а он еще нет. А, ну ясно. А это что, разделились, значит, не поладили? Мне кажется, Иван Степанович, что в круг ваших обязанностей не входит знать такие подробности из моей жизни. Ну, а я разве что имел в виду. Я ведь спросил только, а вы распекать сразу. Да, привыкли вы себя хозяйкой считать. Рано вам эту должность дали. Рановато. Вот вам и прислали нового заведующего. Удовлетворены? И чего вы в бутылку лезете? Вам правду говорят, а вы... Я ведь, собственно, спросить хотел, как за собаками на комбинат, мне с почтой ехать? Или пока обойдемся? А это у заведующего спросить. Спокойной ночи. Эх, Светлана Петровна, трудно вам будет с таким характером замуж выйти. А я не вижу в этом необходимости. Спокойной ночи.
тенор прорезался. Тенор? По-моему, у меня баритон. То есть, вообще-то, конечно, голоса никакого нет, но так просто. А это, наверное, я простудился, вот голос и стал сиплый. Ой, ну только-то. Но это не беда. У меня есть аптечка, мне всякие порошки, таблетки. Не стоит. Я вообще-то порошков и вообще лекарств не употребляю. Да и с горлом это так просто, пустяки. А откуда это вы знаете? Пустяки это или не пустяки? В медицину нужно верить. Это наука. Вот кальцикс. Говорят, он очень противный. По-моему, его нужно запить водой. Вот что. Я сейчас подогрею в кружке. Да не стоит, я и так. Противно, да? Нет, вы зато обязательно поправитесь. Неужели так противно? Ладно, при чем здесь? Я действительно не знала. Но я никогда не болею. Я тоже случайно простудился. А вы знаете, вам идет ваш теперешний баритон. Как-то солиднее, для слуха приятнее. Ну ладно, я правильно забрала. Я схожу. Зачем же вы больны, простужены, сидите дома? И потом, сегодня моя очередь трудиться. Тенор, баритон. Откровенно говоря, стыдно мне было за мое ночное бездействие, за почти безмятежный сон. А после того, как я его накормила кальциксом, он вообще, наверное, считает меня язвой. Ну и что же, это неплохо. Я ведь поставила перед собой именно такую задачу. Работа. И работа у каждого разная. Ну ладно об этом. Здесь уже зима. Светлана Петровна! Я тут с километр вверх по иконке прошел. Хочу посоветоваться. Что ж вас беспокоит? Что иконка промерзла до дна. Но не думаю. Не думаете? А я думаю. В каком притоке? Это километр вверх. Куда вы? Светлана Петровна! Зачем вы это делаете, Светлана?
часто бессмысленно, Светлана. Пусть бессмысленно. Все равно вы меня не поймете. Уходите. Не мешайте мне. Не мешайте мне. Уходите. Куда вы? Стойте там, провалитесь! Спасибо, Светлана. Ладно уж. А иконка-то не везде промерзла, товарищ заведующий. Иначе бы вы не провалились, а? Иногда мне кажется, что он неплохой парень. А может быть, он просто хочет понравиться мне? Нет, не может быть. Уж я-то веду себя так, что понравиться не могу. Не знаю, как ты ему, а он тебе нравится определенно. Да-да. Ничего подобного. Ведь если бы я встретила его не здесь, а в Москве, или здесь вместо него был кто-нибудь другой. Но ведь здесь он, а не другой. А что было бы в Москве, неизвестно. Светлана, мне придется у вас на некоторое время взять лампу. Пожалуйста. И оно заговорит. Заговорит. Вот от этой лампы не верится. Обещаем. Так, сюда. Все. Приготовьтесь, торжественный момент. Включаю. Ну вот, я же вам говорила. Не может быть. Сейчас проверю. А, подсоединить забыл. Теперь все. Приготовьтесь. Внимание. Включаю. Почему же он молчит? Погодите, нагреваются лампы. Ура! Я ведь в армии радистом был. Вот Хабаровск. Вот это Петропавловск. Иркутск. Москва. Америка. Давайте лучше Москву. Ясное дело. А вы воевали, Андрей? Нет, не пришлось. Я в армии уже после войны служил. А вот я войну очень хорошо помню. Ну, я тогда еще маленькая была, лет 5 мне было, не больше. У нас на бульваре... Я жила в Москве около Тверского бульвара на Бронной. Так вот, у нас на бульваре была вырыта землянка. На бульваре? Да. Да, прямо на бульваре была вырыта землянка. И в ней жили девушки, зенитчицы. А вы знаете, что Карл Маркс очень любил рыбу? Нет, я этого не знал. Вот.
бывали когда-нибудь в Москве, Андрей? Нет, не пришлось. Я здесь служил, на Востоке. Он, оказывается, в армии был радистом. Я по вечерам пишу отчеты или письма тебе. А он все читает толстенный том Крашенинникова «История земли Камчатки». Иногда мы разговариваем. Потому что нельзя же так жить в одной избушке и ни слова друг другу не говорить. Петропавловский губернатор заказывал сёмгу только из медвежьей. Вот как? Это вы у Крашенинникова вычитали? Ну нет, это более современные сведения. А почему именно из медвежьей? Сёмга сохранилась на Камчатке только в нескольких реках. Особенно она хороша именно в медвежьей. Вы ведь на других реках здесь не бывали? Нет еще. Поедете, захватите свою сёмгу. Вот как. Расскажите что-нибудь, Андрей. Вроде мне рассказывать нечего. Ну, служба. А служба, знаете, вещь малозанятная. Вот вы все-таки столько учились. Да, училась, конечно. И даже неплохо, диплом с отличием. Вот видите? Ну вот сейчас-то читаю меньше вас. Входите, Иван Степанович. Вечер добрый. Добрый вечер. Заиграл-таки радио. Молодец, Андрей Николаевич. Надо будет ты и ко мне трансляцию провести. Это можно. Вот буду на комбинации, захвачу динамик. Вы насчет ям? Да, хотел, чтобы вы посмотрели, если не заняты. Сейчас оденусь. О, сгущенное молочко. Не слишком ли сладки ваши отчеты, Светлана Петровна? Не-а, в самый раз. Ну-ну. Пойдемте, Иван Степанович. Да, пойдем.
давай за музык, Иван Степанович. Ну, работу, по-моему, уважает. Еще что-нибудь поинтереснее. Видели? Да. Ну и что? Похоже. У нас талант. Вы можете говорить серьезно, Светлана. Я ведь не мальчик. Знаете что, Андрей? Сбрейте усы. Они вам не идут. Рыжие какие-то и торчат. Это было вроде объяснения. И мы поссорились навеки. Мне кажется... Нет, я уверена, что поступила правильно. Нет, неправильно. Мне даже кажется, что ты солгала. Не ему, нет, а себе самой. Светлана Петровна, идите сюда. Нужно собрание провести. Входите, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста, Светлана Петровна. Ну, президиум, я думаю, не стоит выбирать, да? Так, начнем собрание, посвященное перспективному плану развития нашей станции. А может быть, не будем называть это так официально, собрание? Может быть, назовем просто разговор? Ну, конечно, я просто шучу, когда говорю собрание. Но дело не в этом. Станция на Медвежье организована не так давно. У нас могут появиться интересные данные. Если мы сумеем организовать подсчет хотя бы средней численности косяков рыбы, идущей на нерест в Медвежью, какое-то имеет научное и практическое значение, объяснять, я думаю, не стоит. Это здорово. Но в наших условиях, с нашими силами, ну, если бы у нас было хотя бы человек 5 научных сотрудников.
Ну да, сейчас мы вдвоем или втроем не сможем просматривать всю речку поперек. Это точно. Поэтому я предлагаю перегородить течение Медвежьей. То есть, как это? Плотину, что ли, ставить хотите? Плотиной я бы это не назвал. Слишком громко для такой перегородки. А как это будет выглядеть практически? Ну да. А потом, как быть с рабочей силой? Ведь тут водяные работы. А у меня, например, в договоре нет пункта о плотине. А? Как вам не стыдно, Иван Степанович? А в чем дело? Погодите, Светлана. Никакая работа, Иван Степанович, даром вами производиться не будет. Обо всем можем договориться. Да я не к тому. А чтоб знать. Я же не рвач какой. А народ-то у нас раз-два и обчелся. Вы арифметику забыли, Иван Степанович. Нас здесь раз-два-три и обчелся. Конечно, Светлана, вы будете выполнять соответствующую работу. Вот как? Соответствующую. Ну вот что, я заявляю совершенно официально, что любая работа для меня есть соответствующая. Нужная, конечно. Никто в этом не сомневается, Светлана. Я вижу, что в этом никто не сомневается. И потом мы просто не справимся с Иваном Степановичем вдвоем. Ну, ладно. Значит, втроем. Так, значит, мы с Иваном Степановичем ставим козлы. Вы, Светлана, набиваете мешки гравием и подвозите их нам. Пойдемте, Иван Степанович. А почему это вы в воде, а я на сухом месте? Не буду. Вы будете делать то, что я вам прикажу. Не буду. Павлищева. Возьмите лопату и начинайте работу. Держите крепче. Держишь его, черт, а? Держите же, держите! Ну-ка. Устаешь. Чего вы смеетесь? Рады. Вот так. Идиот. Держите, держите. А ты, вы впрямь хозяйки речки идешь. Ладно. Сюда, сюда. Давай. Все, порядок. Стоит щит. Спасибо, Светлана, вы поступили правильно. Вопреки вашим грозным приказаниям, товарищ заведующий. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Приехали? Ага. Что нового на комбинате? Все в порядке. Иван Степанович говорит, что вы в мое отсутствие не уходили с реки. Так нельзя. Не могу оторваться. Горбуша идет. Это интересно. Самцы горбуши в брачном наряде. Вот страшилище, а? На Камчатке их называют лошалами. Рыбу не узнать. Изменяется на 20 дней. Почему это? Видите ли, Андрей, как бы понятнее вам объяснить. Профессор Чернавин, например, а это очень крупный специалист, считает, что брачный наряд лососей – это явление атавизма. Полагают еще, что элементы брачного наряда у самцов служат оружием для устрашения соперников. А вот Барретт Гамильтон рассматривает временную рост лосося как явление патологическое. А вы откуда знаете? Читал. Что касается меня, то я, пожалуй, согласна с Барретт Гамильтоном. А я пока не знаю, с кем согласиться. Что-то я устала. Посидите за меня часок, а? Хорошо. Thank you.
Сидите, сидите и в свой рыжий уст не дуйте. Я вас избрил. Какое это имеет значение? Я чищу ружье. Нашли время. Что случилось, Светлана? Вы меня любите хоть немножко. Пойму я вас, Светлана. Ведь был же об этом разговор, помните? Вы мне посоветовали сбрить усы. Я сбрил. Зачем так шутить? А я вас люблю. Вот и все. Я ведь только что столкнулась лоб в лоб с медведем. Сейчас весна, это очень опасно. Да, опасно. Он побежал прямо ко мне. Я помчалась, ног под собой не чуяла. А вокруг никого. Никого. Да? Да, да. Ну что да? А вы могли быть поблизости, когда не нужно. Вы всегда бываете рядом. Где это было? На берегу, в Шаломайнике. Куда вы? Сейчас вернусь. Но вернулся он не скоро. Я ждала, ждала. Thank you.